Для меня особенно интересно то, что крымчане сегодня в Москве, поскольку я являюсь настоятелем храма Климента, Папы Римского, мученичество которого совершилось в Крыму. Это первый же покровитель Крыма, первый предстоятель за русскую землю вместе с апостолом Андреем Первозванным. И поэтому для меня лично связь с Крымом – это что-то особенно важное. И вот сегодня мы увидели здесь такое важнейшее событие, когда дети, то есть будущее Крыма, сегодня находятся в главном зале Русской Православной Церкви под сводами Храма Христа Спасителя, то есть, можно сказать, в центре России, в ее духовном сердце. И, конечно, это духовное сердце широко открыто крымским детям. И мы рады, что они приехали, и будем всегда рады их видеть здесь, на нашей святой московской земле, и чтобы они чувствовали, что здесь они окружены заботой и любовью. Ну а то, что они показали нам сегодня на концерте, и то, что мы видим на выставке, это свидетельство, конечно, их просто высочайшей профессиональной подготовки и таланта. Нужно сказать, что те традиции, которые еще из России царской через советский период прошли, все-таки не утрачены. Это классическое образование, прекрасная музыкальная подготовка, виртуозное владение инструментами. Это просто величайшее дело. И, конечно, очень важно, что Крым нам посылает таких талантливых людей, что эти дети – будущее Крыма. И, конечно, мы очень рады тому, что мы не только вернули Крым в Россию, мы еще вернули огромное количество талантов, огромное количество тех, кто будет когда-то в будущем представлять нашу страну во всех других странах мира, поскольку искусство, оно не имеет границ. И я думаю, что тот заряд действительно высочайшего профессионализма и художественной подготовки ребят, он, конечно, будет наращивать свою силу и даст нам еще новые имена, которые прозвучат на весь мир. Так что я желаю больших успехов детям Крыма, не только тем, кто приехал сегодня сюда, в Москву, но всем детям Крыма, чтобы они росли уже под сенью великой России и принесли самые лучшие плоды нашему Отечеству общему и будущему нашей великой державы. Дай Бог им всем крепости и здоровья.